Юная, жестокая, и все равно красоту свою храни. Жить без судьбы не имею права, но сколько ни заводи разговор, все с места ни на шаг не сдвинулось до этих пор. Богатство, слова, любовь, их жаждать я устала вновь и вновь. Дежавю, чем же снова ты так недоволен? Хоть и превышен капризов лимит, расскажи, к чему еще сейчас душа лежит. Но эту твою черту возненавидеть не могу я. Ну все, сколько еще будешь мне это повторять? На полпути все надоело бросать. Хватит, только ты все преподносишь, только колебки меня просишь. Шутку говорить вроде так легко, но все под откосы пошло. Слова твои красивы, но невыносимо слышать эту болтовню и сразу брать. Может, гонки предрешен был давно исход, но слова, что пустили мы в ход, изранив друг друга, пора запретного жить. Сэр. Да. Прошу вас. Мы должны заценить это великолепие. Анонсирующий первый трейлер Ванкиша, который в свое время пускал мурашки по коже у всех, кто знал в то время, что такое Platinum Games. 2010 год, господа. Peggy 18. In a cowardly attack on our peaceful nation, the enemy forces caused widespread destruction and suffering. The bloodshed of innocent people will not go untouched. We will retaliate, and we will emerge victorious. Ай, сука. Там в конце, помню, до свидания. Это не было в этом трейлере. Блин, жаль. Ну ладно. Давай переключи, и мы будем представляться уже наконец-таки. Да. Hello, мы настальщик критикой. Блять, не то случай. Так, ладно, еще раз так. Hello, everyone. Как говорится, назвать кофейные игры. Мы это помним, так что вам не обязательно. Это да, вновь рады приветствовать вас на нашем канале. Мы знаем, кто вы. Да, на нашем канале Game Park Contact, онлайн, Twitch, YouTube. Как всегда, не удивлюсь, если на YouTube очередной бан на ролик получим, потому что видели мы авторские права, прочее говно. Кричу, что за этот музон, который играл в начале, YouTube нас забанит, потому что права принадлежат Шуэйше. Не важно, что там русская девчонка пела, это был кавер. Ну и хер с ним, Ютуб пошел нахуй. Да, и слушай, учитывая того, как вообще современная политика Ютуба, знаешь, я сколько вот сейчас смотрю многих, те, кто, ну вот ютуберы, они просто говорят, мы, блин, будем валить с него, потому что невозможно на нем сидеть. У нас такой огромный канал, у нас на любом случае, мы скажем, чуваки, мы новый создали, заходите туда. Если бы у нас было там
там 100 тысяч подписчиков, мы такие, бля, YouTube, пожалуйста, не бань. Да давай, бань. Давай. Я, блядь, Земфиру нахуй в следующий раз включу. Вообще, похер. Земфиру? Да тоже давай тату, блин. Так, давай познакомимся со всеми. Тату, блин, как истинный мужик. Тату, это настоящая мужская музыка. Мальчик гей включу, блядь. Если в GTA 2 играл. Михаил Грабин, привет. Владислав Волошин, привет. Елизавета, леди, здравствуйте. Маркис. Так, Андрей, привет. Владимир Кутуков. Привет. Да. Маркиз. Маркиз де Лабуа. Привет от Д'Артаньяна. Так, Ксения. Ну, ты так назвали. Привет. Один дебил олень. Ладно, это олень. Артемка. Здравствуйте. Дебиль. Дворкин. Да, Дворкин. Да, Игорь. Игорь, оно самое. Так, кто там еще у нас? Олег Песерев. Олег. Йо. Ваше здоровье, сэр. Так. Флай. Вечно своим котом. Вещь с своим котом. Это Данил Логачев. О, здорово, приветствую новеньких лицам. Ну, круто, что Horizon выйдет на ПК. Игре 3 года, мне уже насрать. Че? Ну, клево. Ну, молодцы. Я уже давно не сыграл. Horizon Zero Dawn — это Assassin's Creed. Это эксклюзивный Assassin's Creed от Sony. По ясен хрен, что у меня самое место на ПК было. Пускай люди поиграют нормальные игры. Мерус Кливолтарис. А не играть будет? Какие новости по поводу игр Fairy Tail? Да хер его знает. One Punch Man обломали. Как бы поставщик сказал. Хер вам. А Pirate Warriors 4? Не, наверное, будет. Не, Pirate Warriors 4, по-моему, он везде будет. По-любому. One Piece все-таки там Бандай будет топить за то, что... Ну, там Намка Бандай, это неудивительно. Хотя вроде One Punch Man тоже... Fairy Tail у нас вроде был, насколько я помню. Не знаю. Там в количествах каких-то минимальных. Ну, или не знаю. Будет, хер его знает. Владислав, спасибо за то, что поделился трансляцией. Али, привет. Слыхал, что в Лосте колец под угрозой отмены там всех сценаристов уволили. Ну, не удивлен. Нет, отменить вряд ли, потому что глава Амазона за него отвалил 300 миллионов баксов. И, там слишком большие Евгений ставки. Мясников, все Евгений. Покажем. Все покажем. Все будет. Да. Матвей Черненко, поиграйте в Fortnite. Нет. Сеня, здорово. Это еще того же Симса будет, мне кажется. Матвей. Я ты, однако, шутил. Ксюша, футболка с Игра Мира, ГФ у меня такая же есть, я знаю. Откуда такая же? Она выдавалась исключительно... Вообще-то она была в ней. Мужчинам. Вообще-то она была в ней. Да я шучу, я знаю. Игоря тихо слышно, а Коляна хорошо. Да потому наушники что это... сделай погромче. Блять, вот сейчас Игорь возьмет наушник. Игорь, тебя хорошо слышно? Нет. Игоря слышно потрясающе. Так, Олег Пестрел. Тату только присутствие Влада. Ну, конечно. Конечно, мы специально для этого, он исполнять ее будет. Так, Александр Носов, привет тебе тоже. Совсем поздно. Дерек 126. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Здравствуйте, Дерек. Здорово, Дерек. Дерек, а ты кто? Не знаю. Такой чувак зашел. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Да, здравствуйте. Сидел по-тихому у нас, смотрел. Ну и ладно. Привет. Олег Пестрев, Игорь, Коля пили уже из кубков с лизового плача. Олег, знаешь, как я хочу эти это сделать? Кубки неприкосновенны. Нет, я знаешь, единственное, когда я прикоснусь к нему, когда я возьму сотую платье, прям демонстративно, прям, чтобы меня сняли, как я буду наливать и из него пить. Это для элитных господ. Короче. Итак, что у нас сегодня в программе? Все, со всеми поздоровались, короче, объявили... Последний коммент зачитываю на данный момент. Доркин, объявили ремастер Command & Conquer первых. И Red Alert 1 с лимитированным специзданием, коллекционкой физически. Не, ну это я знаю, это уже давно. Круто! Нет, кстати, давно уже объявляют, что будет ремастер. Требую я знал. Коллекционку Дюны 2, блядь, ремастера Сеги на PlayStation 4 за 8 колов с коллекционкой, блядь, в виде Харвестера. А я, извини меня, тогда... Или в виде Девастатора. А я требую другой ремастер на PS4 с охрененнейшей коллекционкой, но чтобы... Там был не американская коллекционка, а именно русский, который что? Red Alert 2! Да. Чтобы Кейном. Был... Блин, чтобы там был Юрий. А... Юрий и дирижбомбель Киров. Максим Киров. Киров. Здравствуйте, сэр. Теперь мы знаем ваше настоящее имя, Максим Богданов. Да, это фрю. Не, представь, Игорь, реально коллекционка Red Alert 2, чтобы у тебя был, вот, скажем, вот такого вот размера Киров. Дирижбомбель Киров. Да, Киров круто, но... Или танк Апокалипсис. Я видел у этого Степана Кушнира, у него был дирижабль. У него этот, ему друг сделал эту диораму. Это на заказ, ее не было такой. Нет, конечно, что? Ты представь, если бы она у кого-то там была, она бы пестрила бы в интернет. Нет, ее не было. Это чисто ему сделали на заказ. Я просто больше любитель Дюны, чем Red Alert. Не, Red Alert круто. Не, я вот Red Alert 2, я ее проходил не помню сколько раз. Олег, объявите дня, вопрос, будет ли в РФ. Ну... Хороший вопрос. Ладно, погнали. У нас сегодня в программе что? Мы... Типа, краткий экскурс в историю, как обычно. Да.
Мы начнем с Ванкиша, и все основное время стрима, где-то полтора часа, будем рубить Ванкиш. Последние полчасика, ну, может, даже меньше, запустим Байонету. Просто посмотреть производительность, вообще, какой это порт. Если это порт с PS3 на PS4, то это полный пиздец. Потому что на PS3 самый худший порт Байонеты, который... Ну, не порт, а, в смысле, самое худшее издание, которое выходило. Вот, если это с 360-го, то вопросов нет, господа. Не, ну здесь, ребят, еще немножко в кратке. А так будем бомбить Ванкиш. Не, ну здесь ставить... Мало знаете... Что такое Ванкиш? Я вижу некоторое неуважение в интернете к Ванкишу. И это, блядь, меня печалит, пиздец. Я здесь почему немножко добавлю это. Почему Ванкиш, ребят? Потому что Игорь тоже удивился. Я в него не играл. Вот серьезно. Я на трешке его пропустил. То есть я видел эти диски Ванкиш, я такой. Ванкиш. Не, причем сколько я видел эти диски, я такой. Ну, прям мимо ходил. Вообще. Ванкиш. Ноль внимания на него. Ну ладно. Поэтому да, увидите, что будет. Как говорится, моя реакция и все прочее. Сибирь? Что? Что за фигурка Орден с Блэксом? Сибирь, Орден, Скорпион и Дарксайдерс третий. Так, распаковку стил. Да, все, сейчас все будет. Влад, в смысле, Кира, Дирижабли, Комикзон, давай. Да, когда Комикзон у нас есть, но мы его еще не стримили. Блядь, будет Комикзон, чего нет. Так, нравятся ли вам игры и Blizzard? Старых Blizzard, да. Новых старые. Некоторые. Ну, Overwatch, в принципе, неплохо, как онлайновая. Но, учитывая того... Диабло 3 мне тоже понравилось, но это опять же, я это нет. Адекватно понимаю, что это не те Диабло. Поверь, поверь, если ты играл бы те предыдущие, ты бы увидел бы моментальный почерк. Я тебе, помнишь, я тебе рассказывал, Диабло 3 их создавала команда, которая делала World of Warcraft, поэтому видно вот эту мультяшность. Короче, погнали. Начнем с Ванкиша немного, ну и в принципе поговорим про издание, немного окунемся в историю. Я сейчас чуть-чуть буду опираться на... пиженный текст с Википедии, который я поставил пост с анонсом. Неправильно, не СМИ, а позаимствованный. Ну, позаимствованный, я сказал. Мы заимствовали. Так, все зашли и поставили на пост трансляции, сука, Лукас. Так, смотрите. Ванкиш, игра в жанре шутер от третьего лица. Чтобы понимали, те, кто шарит за игры Platinum Games. Ванкиш единственная в своем роде игра. Привет, отдельно через донат. Книжку я посмотрел. Очень интересное. Что-то у вас дает бот не бум-бум. Вот чуть-чуть и дум. А Ванкиш вроде прикольный. Шоколадные нуги тоже грустно. Что ты перестал писать в чат? Хорошего стрима. Короче, представляете, вот вы все знаете, что такое игры Platinum Games. Они зародили свою фирменную боевую систему в такой игре, как Akami. Вот, с тех пор они ее развили до, по-моему, первой Байонеты, что было из такого, ну, прям слэшерной. И потом они эту систему пихали, и Трансформеры, и Черепашки-ниндзя, и Metal Gear Rising. Нет, вот эту первую систему тогда было, по-моему, наоборот, Rising еще раньше, чем Байонеты. Не-не-не, Rising после Байонеты. Вот, и, блин, в Нир Автомата, и где ее, блядь, только не было, этой системы, и до сих пор они ее юзают вполне удачно. Хотя, нет, стоп, по-моему, тогда уж первые вот эти заработки системы, нет, были, знаешь, где тогда? В Devil May Cry первом. Они тогда уже начали. Ну, это... Ну, или... Нет, как бы там Камия, знаешь, еще не так сильно развернулся. Ну, понятно. Здесь он так уже на полную. Вот. Не, ну это круто. В общем, игра третьего лица. И спрашивается вопрос, а как хера ли вообще Platinum Games решили такие угореть там в 2010 году по, не знаю, шутеру от третьего лица, чего они никогда не делали? А вопрос, ответ прост. К ним пришел старый друг Хидеки Камия, Синзи Миками, отец серии Resident Evil. И сказал, пацаны, давайте-ка заебеним... Шутерок. От вас, от нас, и все будет всем понравиться. Не, ну давай, не, давай примерно так объясню. Вот представь, ты, ну скажем, Хидеки Камия, я Синзи Миками, ты кусишь, думаешь над новой игрой. Тут приходит примерно так. Я там стучусь в дверь. Так, ну ты же понимаешь, мой старый друг, нам нужно сделать принес, угорели чуть-чуть, да, и давай. И мы такие, ну ты же понимаешь, что мы должны сделать. Я думаю, это примерно так было, я не удивлюсь. По-любому. Они такие, а что ты мне предлагаешь? Ну ты сначала... Ты судя по сюжету Ванкиша, который полное говно, но он там нахер не нужен. Как бы там, да, они не знают, что они долбили никами с камеи, но угорали на полную. Кстати, справедливости ради, Ванкиш делали совместно две студии, Platinum Games и Straight Story. Но Straight Story уже не существует. Straight Story, если не путают воспоминания, это, по-моему, временная, ну, студия была с Синдзи Миками, который пришел пиздец, после этого он ушел в Bethesda, основал Tango Gameworks, который выпустил Evil Within. Сейчас, извини. Матвей, я Рик и Морти вообще пока не смотрел, только две серии мне благодаря игре. Я просто хочу как-нибудь сесть под ящичек пивка и посмотреть. Вот тогда я что-нибудь скажу. Раз уж мы заговорили о Ванкише. Ванкиш у нас был, соответственно, дайте включу на бэску, чтобы вы видели все правильно. Ванкиш у нас выходил на PlayStation 3.
такое издание. Причем полностью русский, я понимаю. Документация на русском языке. А, на русском все-таки, да? Вот. Синдзи Миками, отец всеми известного Resident Evil первого. Синдзи Миками, отец всеми известного Эйл Визина первого. Второй Визин делал не Синдзи Миками. Ну, там он какое-то, блядь, посредственное участие принимал. Вот. И Синдзи Миками, все, его заслуги кончились. Просто его заслуги кончились. Нахрен ты нужен. Собственно, все, что в этой жизни сделал Синдзи Миками. Это вообще нахрен тут. Но какие зато игры. А, далее. Ну, сразу же давайте с этим говном разберемся, который лежит на столе. Здорово, ну, здорово, Евгений Солодов. Поговорим немного о Хидэки Камии. Камия — это популярный хулиган в интернете, который любит всех послать на бутылку. Те, кто его в Твиттере пишет плохие слова, вот, как бы он на монету не разменивается. Знаешь, я даже самое смешное помню, когда ты мне показывал, типа, вот, почитаю, сижу просто... Он в открытии, он что-то там, помнишь, он сидит просто «Fuck off!» Хулиган игровой индустрии. Просто «Fuck off!» Ты сидишь «Чё?» Ты лицо какой-то, ты лицо компании, он в открыт. Fuck off. Собственно, и путь Хидэки Камии начался с того, что его Миками посоветовал Капкоме как нормального чувака. Ему доверили там прям пилить по-важному Resident Evil 2. Дивакову он проект, сделал отдельный проект. Серег Диваков. Он потом запилил свою мечту Devil May Cry 1. Ну, тут у меня издание, короче, вот, Devil May Cry 1. Вот, после этого он решил угорать по слэшерам. Он в свое время выпустил видео Full Jo, ну, у меня издание на PSP. Кто играл, тому респект, кто не играл, рекомендую. Мультяшный 2D-шный слэшера-платформер. Он выпустил потрясающую, на мой взгляд, Аками, с которой началась вот эта вот боевка. Изначально вышла версия на Wii, потом вышла версия на PS2. Сейчас Аками есть на всем, на чем только не попадя. Вот, про эту замечательную игру также высказался в свое время. Долбоеб, говно, собачье, говнонюх, членокус, представители из... Ubisoft, если не путаю, блядь, и сказал, или Electronic Arts, по-моему, Ubisoft, сказал, что это полная хуйня, такие игры запрещено выпускать и такие игры запрещено играть. Собственно, за что до сих пор ему 100 хуёв в рот. Вот. Человек, ну, шарит в играх просто. Вот. И, соответственно, во что мы будем играть дальше, это Bayonetta. Bayonetta на наше время, пожалуй, может поспорить только со Skyrim, на что она только не выходила. PS3. 360, кстати, вот это охуенная версия. А PS3 полное говно. Свечи, блядь. И вот, наконец-таки, на PS4. Ну и также я воеднусь с вьюшной версией Bayonetta 2. Ну, давай если так, немножко краткий экскурс истории. Кстати, Bayonetta вот изначально в своем первом жанре, она вышла 29 октября 2009 года. Сначала в Японии, только потом, в ноябре 5-го, она уже вышла в Америке. Вот, собственно, издание, которое сегодня будем играть. Это то издание, которого нет в геймпарке, блядь. Я его благополучно купил где? У барыг, блядь, видеоигры.нет. Не целевой, не спасибо. Спасибо, ебать, без вас я бы хуй ее купил. И опять же, спасибо Коляну, что отдал мне свой предзаказ. Всегда пожалуйста. Издание издавалось только в таком виде, то есть только в стилбуке, в обычной коробочке не купите. Ну, может, потом для бомжей выпустят за 1000 рублей, блядь. Но нормальные пацаны покупают за 3000. Короче, вот такое издание. Входит две игры, полностью на английском, потому что русский сосай, блядь, к сожалению. Вот такой великолепный стилбук. Как вы видите, он рельефный, даже можно почувствовать жопку Bayonetta. О, да. Оу, щет. Еще можно вот сюда залезть. Фу, сейчас Twitch забанит, блядь. С другой стороны, у нас Vanquish. Собственно, главный герой, как его зовут? А я откуда знаю? Не Игорь его зовут, нет? Нет. Там есть Игорь, по-моему. Там есть Игорь. Главный герой, он американец. А, да, американец. Он, кстати, курица. Сэм, точно, да, Сэм. Он курит сигарету. Да. И он по внешности точная копия, ну, точнее, это уже потом копия, потому что Ванкаш вышел раньше Райсинга. Да, этого. В Райсинге этот босник есть такой, знаешь, кстати, с прядью. Ай, такой, господи. Один в один, просто меня... копия. Как же он меня бесит! Собственно, ну, тоже он рельефный, тоже можно его потрогать дамам, типа, вот здесь, 8 марта прошло уже. Вот. Если его открыть, он выглядит вот так. Ну, такой клёвый стилбучело. Чек, блядь, от барыг. Видишь, барыги даже чек дают. Ну, мануальчик такой. Удивительно. Для бедных. Пашка, здоров! И внутри вот такое вот у нас вот штука. Влад говорит, Сэм Гидеон его звали. Сэм Гидеон. Видишь, Влад фанат Ванкиш, красавчик. Уважение. Не только по своим Хэлло, блядь, и штурмовикам угорает. Не все потеряно, Влад, не все потеряно. Надеюсь, ты исправишься однажды, блядь. А я думал, ты исключительный Довин. Ты знаешь, что Довин это одно из жесточайших оскорблений? Так я его сюда зову. Кабина репортер Довин, блядь. Еще животное называю. Ну ладно, мы сейчас не о Владе. Мы сейчас о Владквинше.
Ваткнш. Ну что, пацаны, погнали играть. Играть будет Колян. До этого Ванкош не играл. Я Ванкош прошел. Дайте еще повыебываюсь полминуты, блядь. Я Ванкош прошел до этого только на PS3. Исключительно на максимальном хардкоре, который был доступен при первом прохождении. Я, разумеется, как настоящий русский человек, то бишь а-ля мудак, никогда не читаю инструкции в игре, типа инструкции для лохов. Я запустил игру, там типа какое-то обучение на английском, говорю, да иди ты нахуй, дай поиграть. Я начал играть, и, сука, последнего босса во второй или третьей стадии не мог убить вот ну никак, ну просто никак. Оказывается, ну я же мудак, а там есть функция скользить на коленках в замедлении времени. Я с этой функцией дрочился, но как вы понимаете, ты скользишь, вроде время замедляется, и ты в это время должен стрелять, целиться. Это очень пиздец как тяжело. Это прям вот очень тяжело. И все, последнего босса там надо было убивать именно замедление в некоторых моментах. Это движение было невозможно, потому что маленькая локация. Я облазил видео, я облазил форумы, я искал гайд управления. Нет, с чего началось, когда я начал искать гайд, я увидел видео, что чувак не скользит на коленках, а просто падает на коленки. Он стоя на месте, время замедляется, и он стреляет. Я говорю, как это сделать? В смысле, такое так можно было? А знаете, как сложно найти мануал управления для игры в интернете? Потому что он есть в игре. Но если бы я ее запустил сначала, то мои бы сохранения обнулились. А так как в то время я был исключительно мудаком, я не знал, что такое перенос сохранений в плюс, что такое запуск из другого профиля, блядь. Ну вот это вот все. Знаешь, Виталя, тогда мне хочется задать вопрос, а что-то изменилось в то время? Ты вроде таким остался. Я все-таки нашел этот список управления, и я просто охуел, когда использовал возможность, этого босса вынес не то что с первого трая, с минус 0,5 трая. И я представил всю игру вот эти вьетнамские флешбеки. Блять, сколько ж я мучился, скользя на коленках. Окажется, можно было просто сесть на коленки и всех... Не делайте, как я. Не читайте мануалы, читайте инструкции, блядь. Ну, в общем, погнали. Ну, вы же, да, как вы таким мудаком? Действовать по инструкции. Стример! По инструкции! Флайзин пишет, стример поздравит. Кого поздравить? Кого? Слышь, стример поздравит. Влад опять тебя обижает. Кого поздравить, блядь? Ноги бить через монитор. Че, там было ущет? Да. Там было ущет сказал? Почему мне его рожа так напоминает того чертового самурая? В смысле, ну зон можно заказывать, у нас все работает. Слушай, сайт двигается вообще плавно. Ну там же куда-то ли что, типа 60 кадров не хватило. Кого поздравить? С чем поздравить? Напишите еще раз. Слышь, тренер поздравит. Короче, еще раз напишите, с чем поздравить. Я, блин, заебался искать. Ксения пишет, оленя нашего поздравьте. А с чем? У него день рождения, что ли? Нет. У Артема день рождения? Не припомню такого. Вы в чате забанили, что ли? К сожалению, нет. К сожалению, кое-кто устроил хаос и анархию. Да, априори. Именно поэтому у меня сертификат. Награды за юзер. Не, подождите, у нас музыка должна работать. У меня все запущено. Как бы. Вот, ожидаем поступления новых треков. Алло, блядь. Что нахуй доступно? Че, не парите мозг? И здесь музыка у нас есть. Ну-ка, я проверяю специально. Музыка есть. Музыка включена. Всего. Елизавета Алексеева, хоть субтитры включите с прикола. Елизавет, сюжет это не то, что надо здесь. Георгий, 18 февраля вышло переиздание. Кто, блядь, музыку включил? Подожди. Да нет музыки, не вижу. А, я понял. Учись ходить, когда. Ксения пишет, олень награду на Твиче на поздравления заюзал. Блядь, как эти награды смотреть? Дайте я открою, чтобы не быть лохом очередной раз. Как, где уведомление о том, что кто-то использовал награду? Ой, хуя. Коля, нас на Твиче смотрит 13 человек. Мама, я в телевизоре, мы популярны. Ванкиш, господа. Ванкиш. Чё, Колян, зато с контакта... А нет, с контакта не спалили, смотрите. Ну слушай, график всякая насас, она же выглядит прекрасно. Она выглядит, я просто помню. Да ты посмотри, насколько все плавненько. На третьей Sony, как она выглядит. Ладно, я не знаю, где это уведомление о наградах. Пишите, пожалуйста, в чат. Артём, что ж,
спасибо за то, что ты использовал баллы. Поздравляю тебя за то, что ты такой крутой человек. Поздравляю тебя с тем, что ты выиграл Ксению в споре Ace Combat на PlayStation 4. Это достойно уважения. Даже так. Вот, и как бы, ну, красавчик. Спасибо, что с нами столько, столь долгое время. Так, до какого еще комментария доебаться? Олень потратил голду из баллов на канале. Поздравь. Да чуть ли не своим котом с пистолетом. Меня он, сука, пугает. Поздравляй. Вообще просто такой, как тот Говард, купи, блядь, поздравь. Докинг, что-то очень напоминает сразу, но не могу вспомнить, что. Эта игра уникальна в своем роде. Она может напоминать тебе только, что разве Resident Evil 4 с закисью азота? Ну как, представь, что у Леона в жопе, блядь, реактивный этот ранец. Камера от правого плеча, от правого леща. Ну все. Али пишет, Колян, Игорь, читали цикл «Колесо времени». По цикл будет сериал снимать. Амазон выкупил права 800 лямов. Сколько? Что-то дохуя. Надо перепроить. Нет, лямов. Не читал. Золотин колец меньше интересно. Отдали. Ты че? Нет, как-то... такого быть не может. Но я про такой даже не слышал «Колесо времени», если честно. Ксения пишет, совершенно тупом спорил. Но Ксения, знаешь, ты пишешь, он тебя выиграл в совершенно тупой, тупом споре. Еще раз, вот просто еще раз послушай слова. Ты, я чуть перефразирую. Купилась? Ты проиграла. Проиграла в совершенно тупом споре с юнцом. Смекаешь? Теперь это звучит как-то... обидно. Елизавета Алексеева там просто ухахатывается. Просто ухахатабл ловит. А! Мой маникюр. Так, пока у меня есть дробовик, мне больше ничего не надо. О, тут все оружие юзаешь. Реально, как в Ratchet & Clank. Все, что тебе дают, дай. Просто дай. А тут не помнишь, Влад, тут есть два режима оружия? Или у всех одно? Тут нет, только одиночное оружие. Как бы меня... Не, имею в виду несколько режимов оружия. Есть такое? Или тут... Я вот что-то припоминаю, так, ну, я уже проходил, блядь, давно уже. Я тоже пытаюсь. Тут, кажется, есть, да, что-то такое, типа, по сравнению к гранатомету автомата, пулемета, А, ну вот, да, вот это вот и есть. А, типа второй этот... альтернативный, да, альтернативный огонь. Арсений пишет нам, Игорь, Колян, вы посмотрели Кастельвани на Netflix? Ну? Нет, конечно, аниме для настоящих мужчин. Не похоже на это. Это еще что за тарелка метательная? Роук Трупперс чем-то напоминает. Ну, так и называется, Дислав. Смотри, Флай пишет, что Роук Трупперс напоминает чем-то. Роук Трупперс, да, похоже, но все-таки Роук Трупперс, он более... квадратный, я бы сказал. Более... вот это оружие чисто из Dead Space отпищено. Ксения пишет, спасибо, Игорь, от всей души. Ну, Ксения, всегда пожалуйста. Я же знаю, что тебе нравится. Как тебя правильно поздравить? Догмиш, у меня иногда складывается впечатление, что Безос тупо зарабатывал свое состояние, чтобы затем снимать сериалы по своим любимым книгам. Как он пространство перекупил, теперь снимает ВК «Кольцо времени». Да, кстати, пространство он годно перекупил. Рекомендую, охеренный сериал. Мне его порекомендовали ребята, ну, нашим подписчикам. Я увидел в нашем секретном чате, что люди писали, типа, пространство для настоящих мужчин лучше sci-fi. Начал смотреть и просто охерел. Реально, это один из лучших sci-fi, ну, среди сериалов. Как бы, ну, а почему нет, Дворкин? Вот ты разбогател, ебать. У тебя там, не знаю, ты купил себе уже все яхты, все машины, все самолеты, всех, не знаю, там, женщин и мужчин. Одна уже не было. Блять, все диваны, не знаю. Половину! 1000 обоев поклеил дома, покрасил полы и свое очко. Что тебе еще делать? Ну, типа, ну, пришло время купить Марлона Мансона, блять, чтобы он не стоял дома за витриной, блять. Как бы бабки позволяют, чего нет-то? Да что ты тогда так мелко берешь? Нет, выскать, смотри, перечисляем. Асуахер купить. Ну, вот говорю, как бы у каждого свои предпочтения. Я бы купил Кодзиму. И заставил бы его писать сюжет. Заставил бы писать сюжет. Какой ручкой? Не смей. А вот это я уже не скажу. Японцы предпочитают бамбуковые ручки, а не мясные. Плохо знаешь японцев. Кодзима, берегись, если Влад разбогатеет, берегись. Беги. Беги просто. Знаешь, ну-ка, я не понял. Ладно, за него якудза в лице Sony придется, скажет. Я играл в якудзу, я знаю, как с ними разбираться. Так, Али пишет, 1 миллиард на сериал «Властелин колец» выиграл. Нет, не 1 миллиард, там меньше.
Там бюджет больше, чем у этот, блядь, у сериала «Игры престолов». «Игры престолов». Если у «Игры престолов» там лучшие серии выделялось что-то по 8 миллионов, там, или по 4, то здесь 20 лямов на каждую серию. Как бы. Я помню, в клан «Секретный агент» в моменте, где Рэчет в каталажке сражается, там ну просто все патроны уходили. Эльзайда пишет, хоть бы вложили много в сериал по легендарной игре Last of Us. Не, вот что-что, сериал Last of Us, должно быть все хорошо. Тихо. Типа, смотри. Эй, ты нам пи большой. Ну, типа, да. Злобный красный луч. Короче, капут вам, ребята. Но оно не взорвется, это лучевое оружие. Елизавет, плюс там будет назначили типа, минус вся электрика. Ну, продюсером. Испарение. Это она подняла температуру. Mm-hmm. Продюсером сериала назначен Нил Дракман. Там будет все хорошо. В чем фишка лора? В этом времени, в этом будущем люди добывают энергию от солнца с помощью микроволновых каких-то херачений. Чпоньк. И нашлись умники, которые перенаправили эту энергию, вместо того, чтобы ее впитывать в аккумуляторы, на землю, и начали их херачить по земле. Ну понятно, как соответственно, обычно. Как микроволновки, вода закипает, люди лопаются и тому подобное. Ну понятно. Вот те, которые у воды, им нормально, в принципе, на мосту, они стоят, отдыхают, никуда не спешат. Владислава Ложкина начал Кастлеванию от Netflix, пока что норм заходит. Еще бы там все качественно сделано. Сколько я слышал про Кастлеванию, она очень-очень удобно качественно ходит. Арсений, Игорь, Кастлевания дает прикурить любому аниме. Зря ты так. А я что, мне что-то плохое сказал? Что аниме для настоящих мужчин. То есть, прости, раз для тебя это оскорбление, аниме для настоящих женщин. Я рад, что тебе понравилось, Арсений. Так, Игорь, подожди. Так я ему отвечал, у тебя что ты... Как вы баетесь, блядь, анимешники, просто пиздец. Флай пишет, купил всех женщин и мужчин, подари другу всех мужчин. Так, что там у нас? Арван Роталин. Каким-то боком мне этот игра напоминает симбиоз Dead Space и Mass Effect. Нет. Вот. Вот он, это русский, если что. Это местный русский. Виктор Зайц. Или Владимир Зайц. Он тут говорит, до свидания. Просто не знаю, на стриме слышно звук, потому что он прям сейчас таким... Тихо. Your complete and unconditional surrender. Condition. Слушай, my fellow American. А почему? Today has been a day of great tragedy. Из МГС 3-го, San Francisco will never be the same. Не Пейна, этого, Фир. Рожа прямо пипец как что-то мне напоминает почему-то. Или вообще какой-то лоскутик какой-то, блин. Во, или да. Или, по-моему, Соро. Влад пишет, микроволновое оружие, короче, из этого, что неплохо, Владыш, как гигантская микроволновка, блять, Влад, да. Как гигантская микроволновка. Все бутерброды. Ты натуре Довин, блять, император того и гордится. Влад пишет, водичка-то кипит, у характера. Как всегда, типичный называется Америка, мы будем победителями. В общем, как всегда, плохой русский. Америка всех спасет. А тут чё? Нет, Америка тут начинает делать большой society. Очень большой. Вот он, вот этот тип нормальный. Это чё ещё за хрен? Это генерал американских войск. А ты оружие прототип, как обычно. Вообще куришь в наглую! Он во время игры может закурить. Ты, как обычно, не такой, как все. Наруто, хозяин Конохи, ну, и тому понятно, подобное. Ну понятно, как обычно. Тот, кто станет королем пиратов. Ты не один из этих челиков, знаешь, ты особенный. Денег хватило на тебя одного, чтобы дать прототип костюма. И вот остатки бюджета ушли на руку генералу. А пацаны в обычных подштаниках будут воевать. Кстати, в Metal Gear Rising его тоже Сэм зовут. Ты смотри, какая блонд. Иванова! Ну да, просто микроволновую станцию захватили русские террористы. А тогда мне... Это не Наташа? Глянь, вот этот момент форсили в свое время, вот эта жопка. То, что у нее жопа тут? Да там не видно ни хрена. Ну нормально у нее жопа, и что? Тогда не было ничего, понимаешь? Довольствовались тем, чем, что было. Ты заметил, знаешь, что писал? Дарпа. Дарпа. Да, это МГС первый, Дарпа. Нет, Дарпа это, ну, агентство, да, блядь, как американское. Агентство, да. А у меня отсылка к МГСу первому. Ну да, Дарпа Чиф. Сейчас, короче, Сэм от этого, от наномашин умрет. Не удивлюсь. Так, Доркин пишет. Амазон же еще софинансирует на пару CBC.
Star Trek Picard, который просто один большой фан-сервис. Правда, удачно. Но если не любить трек, то не зайдет. Нет, Picard выглядит вполне нормально. Влад пишет. Аниме для Владов, кстати, вот что я хочу сказать. Спасибо, Флай пишет, ты же лопнешь, деточка, а ты на аллее-то иди. Лысоложен смеется, Лизаэта смеется, Нью-Йорк Сити, Рондер Комплишн. Да-да-да. Флай пишет, это жена Клинтона. Моника Левински, да. Это же еще... Флай пишет, Gears of War напоминает. Нет. Ну все мимо, ребят, у вас все летит мимо. Лизаэта Алексеева пишет, Америка им Кристи показывает. Флай пишет, всю экономику пожрал. Влад, да блять, я нахуй весь он что-то там упасал. Елену Иванову, всем похуй, нахуй. Чё за... Он проверяет. Потому что он же видит... Ну это типичная американская дедовщина. Ну да, он показывает полное неуважение к генералу, когда корабль обстреливают, их в любой момент собьют, надо что сделать правильно, подраться. Ксения пишет, Сэм Родригес, ты или это? Док пишет, я только одну Иванову, сайфай признаю, командора Сьюзан Иванова. Кого? Откуда? Чего? Откуда? Откуда, не знаю. Докинса, Сьюзан Иванова. Только одну Иванову сай-фай, признаю. Сай-фай? Ну, сай-фай, это жанр. Ну, без этого, из научной фантастики. Так, вот сейчас. Вот заметь, какой реально графон охеренный. Они, в целом, они, картинка они смотрится даже... клёво. Мне другое нужно. На PS3 в то время меня это очень впечатляло. Прям очень. Субтитры, да, включили. Тебя, Влад, ты читал графику в то время, вот это? На PS3? Нет, я говорю, я вот сейчас, когда увидел... В принципе, я вспомнил, как Гланфиш выглядел тогда, и как Гланфиш выглядит сейчас. Сейчас годно выглядит. Сейчас выглядит на уровне, как бы, я, конечно, не скажу, что прям 3 А-проекта, но скользи на коленках, колен. Ребят, да, на шопке. Тебя могли не поднимать. Да, или за это. Вот, кстати, проверки дедовщина. Вот, Иванову Вавилон 5 пишет. Это старый. Вавилон 5? Я уже забыл его весь. Это когда было-то? У меня собрание всех дисков. А, Ван Риталин пишет, графика классная. Да. Арсений пишет, я ничего против аниме не имею игр. Я сам смотрю аниме The Seven Deadly Sins. Семь смертных грехов. Блять, сэр, вы могли бы написать был по-русски был? Но вы поняли, что семь смертных грехов? Мы же тут все Russian guys, Russian girls. Сосайте. Еще какое сосайте? Кстати, начал смотреть Клинок, убивающий демон. Блин, губнука. Юрисный все мозги проел. Ксения пишет, реально на сцену ГГ похож, только не хватает лопанов раскрытых. Поговорю, это копия. С него и срисована рожа, блин. Я этого самурая вспоминаю, мне блевать охота от злости. На каком движке игра спрашивает Ван Риталин? На RenderWare. Ну, этот популярный движок классный. Тут просто очень грамотно используются светофильтры и сам общий контраст цветов. Отражи. Ну, типа да. Художественный стиль, как бы, ну, и плюс вот реально. Флай, что Вавилон 5 такое себе, вот Лекс, вот это был. Вавилон 5 такое себе, Флай, тикай отсюда. Там а что застрял Лекс? Ну, Л-Е-Х-Х. Вавилон 5 такое себе, пшел нафиг. А, где-то 5 пата купилы. Флай, пишет, Клинок и Хиренин, а вот второй сезон Повелителя говно. А, у Лелода? Че? Ты просто не понимаешь, тебе не понравилось первые 4 серии про ящик. Ты мешаешь, все, до свидания. Ксения пишет, Клинок топ, а, только не закончен. Говорят, что в вашей серии все больше не будет. Манга выходит. Что, не только я. Он же популярный, пиздец, не помню, мега популярный. И он вошел в топ-3, он даже какой-то месяц One Piece погнал. Блин, вот эти, блин, субтитры прям из МГС Райси. Али пишет, графика супер на третьей соне. Вот, она даже не четвертая супер. Докин, зря вы Вавилон забыли. Лучший политический сайфай. Вот именно, что это политический сайфай. Я не смотрел его. Не, поверь, это шикарнейший сериал. Вот Докин пишет про Лекс. Лекс, конечно, тот же сайфай. Вавилон это реально там про политику затирают очень лихо. Не, я его смотрел, у меня на диске там есть все сезоны. Али, не надо понимать, какого можно. Просто смотри на картинку. Забудь, здесь нет сюжета, здесь нет своих, чужих.
просто все дерутся и стреляются. Потому что у них есть крутое оружие, крутые костюмы. Не, не совсем, ты забыл одно. Ты нет, не про здесь есть злой русский. Мне нравится то, что бюджет несколько десятков миллиардов долларов ушел на костюм чувака, чтобы дать ему возможность скользить на заднице, блядь, на колено. То есть на это было потрачено, чтобы приделать реактивный ранец на жопу, блядь. Несколько миллиардов. Да просто, что тебе объяснять? Это лучшее оружие США. Да просто, Игорь, знаешь, тебе объяснять, что это сейчас за ситуация? Типичная Россия. Мы убрали двор, ни хрена там не убрав, но выделили на это 10 миллиардов. Все! Что вам еще надо объяснять? Типичная Россия. Но если ты, если как отец тащишь туда... Ну это как Хэлло, герой на хочу. Как бы он один такой герой, но... Вон, видишь, the Russians have complete control of the facility. Ну теперь вою, Колян. Арсений пишет, а вы знаете, что 7 смехов, вот видишь, я пишу по-русски, 7 смехов. А как же Seven Deadly Sins? Я уже привык к твоему, Incredible English, великолепный. Так, что он написал? Я тоже своего рода англичанин. А вы знаете, что 7 смертных грехов есть игра такая на PS4? Я даже не знал. Где-то Алексей пишет. Очень хороший динамик. В плане кадров и музыки. Прям очень. Жаришь, не зовёт. Жаришь. Прям вот. Грамотные леди радуют не только глаз, но и мозг. Платишь. Вейлон 5, бразильская рапсодия в космосе. Минимум движухи, максимум бухтовни. На счет. 25. Лох. Я считаю, Вейлон 5 один из гениальнейших сериалов. Артём, это не Инвис. Рендер Вэй. Али пишет. Вавилон 5 супер сериал. Маркиз Куклёнов пишет. Игоряну и Коляну пламенный привет от Маркиза. Маркиз, ну что, вы здоровы, да. Сэр. Ты просто граф де... Граф де Бо... Граф... Маркиз де ля Фе. Во-во-во, сейчас вспомнил Анжелику, блядь, как там, там вчера был Маркиз. Как этого Жуфрея звали? Маркиз, короче, кто-то, Маркиз... Делафаэтов. Да, Маркиз Делафаэт, точно. Так, ну, бишь, а вот сайт Анфол у всех пилотов на жопе джетпак. И огромные роботы. Да, и вообще. Ну, в Тайтанфол они не зависят от микроволновой энергии от солнца. Они там уже колонизировали все, что только можно. Антон Дакс, а как же Мозамбикские? Не понял вообще. Флай пишет, что в сентябре второй сезон в этом году будет. Елизавета Алексеева, спасибо большое за смайлик любви. Мы тебя тоже любим. Арсений пишет, все-таки платину умеют делать шутеры от третьего лица. Арсений, это первый и единственный выпущенный шутер от третьего лица платинового. Как бы, ну, как бы заявление о том, что они умеют, это знаешь, когда есть по нему пустили 5 игр там, или 3, среди них было там 2 удачные. Или все удачные. Это всего лишь одна игра, которая в свое время не так уж хорошо и окупилась. Нет, ну это одна хорошая. Она охуенная. Вот если бы мне еще какой-нибудь сюжет Кодзима написал бы. С постановкой заставок. Не удивлюсь, а бабах. Колян, ты знаешь, ты разобрался, как на месте замедлять время? Или ты тоже скользишь? На месте нет, но скольжу. Че, бутылку разбил, что ли? Банку выбросил. Обещал бы бутылку разбил. Ты понял, там тоже, блядь. Больной же. Вот слэшеры, да, Арсений, слэшеры это их фишка. Кто шарит в слэшерах, покупает платиновые. Ну, хотя, вот кто может камеи реально составить? По моему скромному мнению, конкуренцию это Хидэки Ицуна. Ну, собственно, тот, кто отвечал за серию Blood and Crime, начиная с третьей, четвертой или пятой части. Ну, вот эти самые основные. Ну, тогда уж надо говорить по-другому. DMC is back! Да-да-да, вот этот шальной Ицуна. Алипиш, ты его сделайте потише, вас не слышно. Господи, слышно нас нормально.
Леонард Олень пишет, про Мозамбик здесь немногие шарят. Но я игру сделал потише Алия. А что за Мозамбик-то вот? Да хер его знает. Прям интересно. Ты на какой сложности, кстати, начал? Хард. О, красавчик. Блин, я себя уважаю, сразу на харде попрусь. На и! О! Уи! А Елизавета Алексеева пишет, честно, я даже о ней не слышала, сколько их вроде. Да я не удивлен, про Ланкиш в России, блядь, слышал 2,5 человека, реально. Вот просто, это, знаете, вот как бы... Вот Платинум, вот согласитесь, делает просто фантастические игрушки. Вот прям реально, ну как бы они самобытные, они своеобразные, они... Не, ну вот, Игорь, скажи... Они качественные. Скажи, как ты вот узнал про Ванкиш? Я смотрю E3 тупо каждый год, его анонсировали, я его ждал. Я знаю, кто такой Хидеки Камия, знаю, кто такие Platinum Games, и знаю, вот. Блядь, кто такой Хидеки Камия из... Как его, Синдзи Миками? Нет, я понял, вот, как раз таки, ты именно фанат студии. Понимаешь, я играл на PS2 в свое время еще, God Hand. Если это кому-то говорит, или типа... Нет. Хорошо, Clover Studio. Ну, что нет. Такое Clover Studio? Я понял. Нет, ты знаешь, что такое Clover Studio? Нет. Clover Studio — это бывшие Platinum Games. Ага. Только оно принадлежало Capcom. Камия сказал, как бы, чуваки, я вас уважаю, Capcom, но шли бы вы нахер. Я хочу от себя уйти, основал, ушел со всеми теми же людьми с Clover Studio, сделал Platinum Games. Clover Studio что выпускала? God Hand, Beautiful Joe, еще кучу чего-то. God Hand это слэшер рукопашный. Блин, точно. Рукопашный слэшер. Точно. От третьего лица. Очень вижу, крутой, да. С классным сюжетом, с классной постановкой. Там сколько ж, блин, часов. Кстати, да. Порт есть на PS3, на PS4 не уверен. Ну как порт, типа обратная совместимость? На четверку он в этом есть. По обратке. В том, чего нету в нашей стране. PS Now. Да. Вот, и последняя игра Clover Studio была, это Okami. Вот, кстати, либо уже он Platinum основал, выпустил Okami. Я не понял, на Wii точно, по-моему, Clover Studio, а уже на PS2, как Platinum Games. Но Capcom все еще была издателем, потому что права на EP Okami лежат Capcom. И вот именно... Как бы God Hand, Beautiful Joe, все это заебись. Но именно после Okami, вот прям вот Камия вот тут. Потому что Okami это лучшая игра про японский фолклор. Ну, лучшая просто. Она еще, так сказать, еще в своем роде уникальная. Угу. Вот, потому что очень уникальная. Элемент рисования с таким, можно сказать, экшеном постоянным. Она довольно... уникальна не только своей стилистикой, но и геймплеем. Ты прав. Вот я ее мечтаю пройти именно на Wii. На PS2 проходил, на PS3 проходил. Но на Wii, вот используя именно вот это, там же на Wii, ты рисуешь, да. А на PS3 ты аналогом все это делаешь. Ну, типа, там не так получается. Нет, там все получается удобно, идеально, но само ощущение от геймплея. Ну, понятно. Как бы, ну, блин. Не, я просто помню, как я с Ванквишем познакомился. Я пришел в магазин, я вот даже не ошибаюсь, кажется, как раз таки в геймпарк. И я очень долго смотрел... Тихонько. Рассматривал витрину... Именно как раз таки с геймреплеем. А, геймреплеем. Вот. Да. Ай, подожди, стоп, я промокод Колян включу. Все равно полезно объяснить. Скидка 5% на все товары геймпарк на сайте геймпарк.ру. Исключая, на все, абсолютно на все, исключая подарочные сертификаты, электронные коды, консоли и хайповые коллекционки. И теперь геймреплей, как говорил Влад Закаров. Да, вот. И в один момент я просто увидел Ванквиш. Вот. Именно как раз таки на стойке. И вот что-то во мне щелкнуло. И я такой думаю, надо взять хотя бы посмотреть ее сейчас. Вот. И если описание... Извини, прочитать... перебью. Колян, совет. Не играй в нее как Gears of War или Resident Evil. Играй в нее как в слэшер. Когда он кайф, будь постоянно в движении. Это не игра не про укрытие. Нет, тут надо пользоваться укрытиями, ну прям вот, прям ебошь, прям уничтожай их. Прям как представляешь, что ты Дейл на край играешь, но типа в шутер. Ну, продолжай. Вот, и как бы прочитав описание, я понял, что эта игра может чем-то зацепить. А когда вот уже, как бы вы вот в первую заставку мы все с вами посмотрели, вот, это все. Это вот просто как бы... Это голливудский блокбастер. Очень голливудский, да, Майкл Бэй просто... Согласись, что не хватало всегда Platinum Games? Единственное. Ну, точнее, две вещи. Пиздатых сюжетов, да. И пиздатых заставок. Нет, ну слушай, я не буду врать. Пока Камия был в узде Кэпкома, в God Hand были заставки уровня Devil May Cry. Beautiful Joe
Был сюжет, а заставки классные. В Акаме... Fight or Fly при этом очистил. В Акаме были заставки охеренные, они в тему. Нет, в как только вообще... Камия ушел, Байонету выпустил, все отлично. Вот, ну все круто. Но, блядь, заставки и сюжет. Ну, говно бы и на эти сюжет. Ну и заставки говно, ну, блядь. Потому что как бы... Говно. Они умеют делать красивую игру, но у них беда со они геймплей умеют делать, да. У них да, беда да. со сценаристами. Как опять бы... же, Нир Автомата, но, сорян, это не Камея писал, это писал, как его... Зовут я по японцу бешеного. Сейчас это... Йоко Таро, господи. Йоко Таро вот. Писал сюжет. И как бы, ну... Не, ну Нир Автомата это вообще отдельный, как бы... Ну, это проект со Square Enix'ом и с Йоко Таро. Да, и как бы, если вы хотите играть в Нир Автомату, как человек, который хочет понять Нир Автомату, вам нужно покупать PlayStation 2, покупать... Дрекенгард. Да, и получать 13-ю концовку, если я не ошибаюсь. Да, по-моему. Вот. 13-я концовка, где дракон тогда, на шнур попадает. После того, как вы получили 13-ю концовку, вы можете запускать... Причем Дракенгард 2 спин-оффный, типа, ну... Кажется, да. Там одна из концовок продолжения, где, типа, они вышли вот в первого скотина, у меня да, в рукопашку вот. Треснул. Вот. Покупать PS3, проходить первый Нир. А, на PS3 проходить Дракенгард 3, который эксклюзивно только на PS3. Вот. И проходить уже потом Нир. На четвертый PlayStation. Это не говоря о всяких постановках театральных японских, блять, манг, спин-офф, всяких новелл. Вот этой всей херни. Ладно, отошли от темы. Роу 34. Возвращаясь к комментариям, мои любимые. Так, Артем пишет, коллекционки обоих Titanfall'ов просто лучшие, блядь. Мега охеренные. Очень как раз. Ну, базаришь, они гигант. Особенно первый Titanfall, вот этот гигантский титан. А во второй был уже шлем. Как я помню, блядь, в группе коллекционеров. Кто-то его продавал тысяч за 6 или за 7. Ну, вот этого прям огромного. Ну, без полом. Ну, просто. Он типа как бы... Без первого титана? Да, который вот этот огромный титан, где там с маленькой человечкой, типа, знаешь... Куда его ставить-то? Оно, я как, сколько читаю комментарии, он гигантский, клевый, но типа, ну, как знаешь, ну, типа, не особо как бы и нужен. Поэтому на него цены не такие бешеные. Он... По идее, на него цена должна быть там 1015, он, блядь. Он большой, но если я не ошибаюсь, у него какие-то проблемы то ли с детализацией, то ли, ну... Как бы на в общем, в тот момент я очень сильно переживал, что не было вот этих гребаных 7 тысяч, блядь. Ну, как говорится... Ну, наверное, по размеру, как вот эта херня. Ну, ну даже по высоте повыше. Не, он повыше. Повыше, повыше. Да, повыше, повыше. Не, ну, как говорится, зачем оборачиваться о прошлом грустить, если в будущем тебе может повезти? Вот. И, может быть, однажды кто-нибудь выставит на продажу. Ксения пишет, что-то смотрю и понимаю, что Байонета мне больше зайдет. Ты в Байонету не играла? Женщина, которая не играла в Байонету... Я мужчина, который... Это как женщина, которая не голосовала за феминизм в свое время. Странное сравнение. А тогда, это, короче, игра для злыдней писюкатых. Вот Ванкиш, это чисто для мужчин. Если девушка может играть в Ванкиш на харде и как бы давать фору мужику, это вот берешь и... Да? Флайпиш, Мозамбик это пестик тупой из Апекса. Знаешь, берешь и в ЗАГС все прочее, да? А потом, что в постели она свои будет правила устанавливать? Не-е-е. Ну, так... Нет, ты не понимаешь, как бы. Она тебя в постель затаскивает, то а есть ты, вокруг то есть нее ты понял? Вот так вот катаешься, блядь, отстреливаешь. Ты понял, какой он угнетатель? То есть он пиздец. То есть если у девушки есть платина Dark Souls, и Колян ее не возьмет. Потому что она сможет ставить им конкуренцию. Еще непонятно, кто как бы Эстус сажать, блядь. То есть Коляна это девушка, которая платиновый флауэрс, блядь, Джорни, что такая, типа, Коленька, ты пришел, я тебе покушать приготовила. Как бы, ну, Коля такой, подчиняйся, сучка. Да хрен. Как это, знаешь, Джорджа, который, блядь, сучка. Ты мне вообще выступил, ты не знаю, спермобак угнетатель. Он Колян не потерпит, что как бы, ну, приходит сразу, если у его девушки будет платиновый соус, и Колян приходит домой. И тут сразу такая перекат, нахуй, в финку, в ребро, хуяк. Все, блядь. Дорогой, уже готов. Подчиняйся. Не увернулся. Стоит, пропустил. Да. Маша, блядь, так, ладно, погнали дальше. Влад пишет. Узнал о Ванкише из игра Орги еще в 13 году. Уважение. Арсений пишет. А как же Хидетаки, Миядзаки и Bloodborne? Там же просто качественный слэшер. Очень жду второй Bloodborne. Сейчас бы Souls игры сравнивать называть слэшером, блядь, в 20-м да, году. Вот. Значит, Bloodborne еще отчасти согласен. Да, я тоже считаю слэшером, но это не слэшер. Не слэшер, это абсолютно. Лично я считаю. Да. Просто называю. Но адекватно, если ты будешь разговаривать с уважаемым человеком,
на вечеринке, например, с Антоном Логвиновым, и скажешь при нем, что Bloodborne ты слэшер, он тебя забанит, блядь, на своем канале. И на вечеринку больше ты не попадешь. Так, Флайпи, что брали звук игры вообще, что даже мощно... Да вы заебали, то громко я, блядь, сделал на 0,5 потише. Ты, блядь, наушники оденьте, я не знаю, там, что делать с своими ушами. Короче, все что угодно. Так, что у нас дальше пишет? Чисто вокруг укрытия проехался, торчал в укрытии. Ну шо? Елизавета Алексеева, я вот читаю, как в школе есть программа о первооткрывателях, кто и про игры должны рассказывать, тех самых играх, которые сделали что-то первыми. Да, Елизавета, кстати, такой контент есть уже на YouTube. Ну и довольно-таки давно, и полно. Просто тут может быть в чем фишка. Иногда ты ждешь такого контента от тех, кого ты смотришь, тех, кто тебе нравится. А он тебе об этом не рассказывает. Но эти такие люди сидят, блядь, пьют адреналин и говорят, я это сделаю, а тем временем шел уже третий год, пока я это делаю. Ну, как обычно, ничего страшного. Так. Артем пишет, что-то YouTube проседает. Потому что... А, иди в пизду. Так, Влад пишет, за гибель отнимают очки прокачки. Если что, держу в курсе. Да и... Хрен с этим. Из этого Алексеева. У него, когда кончается ХП, он тактично уезжает на коленях подальше. Ну, типа того. Он не уезжает, он перегруппировывается. Он не отступает, он перегруппировывается. Тактическое... маневр. Тактическое маневр. Отступление. Это не отступление! Это перегруппировка. Ну, конечно. Джоркин пишет, Елизавета, сколько ХВК. В западных колледжах, вузах есть курсы по современной культуре. Комиксы, сериалы, игры. У нас, к сожалению, гуманитарные курсы по выбору более консервативные. Зато, вот зато, блядь, у нас есть, сука, уроки по православию. Да. Пускай бездуховная Европа, блядь, с Америкой завидует нам. Потому что мы Богу можем помочь.